Луцкий Игорь Владимирович. Ну, извини, пришлось тебя дернуть обратно. Другого выхода нет. Знаю, что за это время СТВ стало другим. Молодец. Думаю, что нам придется с твоей подачи, прежде всего, переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого министерства. Мы его не видим. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность.